Аня. Встаем. Матвейка. Встаем. Давайте, уже час ночи. Встаем. Матвейка. Эй. Матвейка. Ребят, всем привет. Мы сегодня встали. Давай покажем время, да? Ну, вот на часах время 1:20. Мы еле-еле проснулись, да, но у нас сегодня предстоит интересное путешествие. И это место в Турции называется Памуккале. Мы уже ждали этого момента около 5 дней, и вот он наступил. Поедем и покажем вам, как все там интересно и красиво. На улице, пойдем покажем. Идите, покажите. На улице темень. И музыка. Но нет, музыки нету. Вон там вдалеке море. На соседний отель, там музыка играет. А на темном небе, смотрите, что у нас там? Луна. Луна, да, большая, светится. Папа. Спишь, что ли, еще? Да. Пошли. Мы уже внизу, ждем автобус. Сколько нам ехать до... 5 часов. 5 часов ехать до места назначения. Но мы сейчас будем спать в автобусе. Да? Ну что, ложимся спать. Наконец-то мы доехали до этого, до этих белых гор, да? Которые мы так хотели посмотреть. И идем сейчас напрямую. А потом мы еще что сделаем после этого? Окунемся. В живой бассейн, да. Не, ну мы еще там сходим, наверное, на... Театр? Да, в амфитеатр или театр. А как театр? Там не будут его показывать. Что? Там не будут его показывать. Нет, там не будет, мы его покажем. Нет. Может быть, если будет еще время, еще куда-нибудь сходим здесь. Здесь нужно обязательно снимать ботинки и ходить босиком. Готовы? Yes. Тут очень много народу, посмотрите. И аккуратно, не туда не бегаем, чтобы... Ну что, пошли? Ой, идем. Аккуратно, Матвейка. Надо подвинуть. Вот тут скользкие места, Ань, поэтому аккуратно. Хорошо? Что, сразу пойдем вон в эти? В бассейны солевые. Руку давай. Там то же самое все. Ботинки можно здесь поставить, Матвей, стой. Иди сюда, Матвей. Смотри, вот Ань, смотри, видите, там уже высохло все. Видишь, это же тоже были бассейны, в которых была заполнена вода солевая. И вот она вот здесь отсюда стекала, скорее всего, видишь, там. Но под палящим солнцем все уже высохло, да? Ну, красиво как, смотри. Здесь не скользко. Нет. Туда только ножки не надо сувать. Да, и вон там вдалеке зеленое какое-то озеро, а вот там прям, смотри, какое. Да, прям какая-то вода, голубоватая вода. А туда нельзя идти? Нет, туда нельзя. Ну, короче, не знаю, сможет ли камера передать эту всю красоту. Да, Матвей, Ань? Ну, посмотрим, как получится у нас. Пошли. Пошли дальше? Да, иду аккуратно, чуть-чуть надо. Тихо!
Там камушки какие-то, лесняк, наверное, этот или что это, солевой какие-то, солевой какой-то раствор. Ой, фу! Вот здесь скользко. Здесь скользко. Где? Еще вот сюда, вот сюда. Да. Не, вот здесь скользко, вот тут аккуратно. Да. А здесь, да, я попробую. Нет, здесь нормально. Аккуратно. Но мы просто не пойдем далеко, то мы дойдем вон там куда-нибудь, вон возле белой стиратуры. Ну да, пошли потрогаем. Что? Кипяток. Кипяток? Ага. Ань, что, горячая вода прям? О, это правда. Да. Это вот такая нас вода ждет в бассейне, я так понимаю, да? Ага. Давай, Наташ, ты зайди. Аня, тепло вам там? Ань, Матвейка, ты что, весь мокрый, что ли? Смотрите, какая красота вон там. Скажите, хоть где вы были сейчас только что? На горах, на белых горах. На белых горах, да, вот с той стороны. А на самом деле, вот они еще продолжаются вот отсюда. Здесь народу мало, потому что здесь некуда спускаться, и тут запрещено ходить вообще. Но вот там на дальнем фоне, Ань, да, мы видим такие же белые соляные горы, как и с той стороны. На самом деле красота... Она включена. На самом деле красота очень такая неописуемая, все белоснежное, да? И красиво. Это дом был, его завалило, да, мам? Ребят, тут нужно брать целый день для этого. У нас получилось, что мы в час ночи встали, в 2 часа мы выехали, в 7, в 9 утра мы были только здесь. И вот с 9, с 10 примерно у нас было свободное время. Мы вот все, что успели, это белые горы, это природный бассейн. И вот мы сейчас идем к театру, к древнему, который вот сохранился вот в таком виде. Сейчас мы попытаемся туда дойти. Пошли. Поднимаемся наверх. Мама, дай мне мою кепку. Вот такое вот старинное здание. Перед нами. Там, наверное, был балкон вон.
Ага. Давай зайдем. Давай зайдем. Очень осторожно. Не-не-не-не, там забор. Пошли, обходим. Нет, там очень высокий забор. Пошли, пройдемся вот так вокруг. О, жук! Смотрите. Мы это сделали, мы дошли сюда. Да. Дошли до старого этого театра, которому уже не знаю сколько тысяч лет, наверное, там снимаемся. И вот на нашем фоне, ой, на нашем фоне, за нашими спинами вы можете видеть вот эту красоту. Да, Матвейка? Да. Я смотрю, у одной из скульптуры нету башки. Если вам понравилось это видео, тогда ставь лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!